Частью физического действия. Вам представить, Оксана Чекушкина раскладывает карты. Завтракает. Наталья Житкова доит корову. Стула ставим. Thank you.
девочки стирают белье. Вашему вниманию блок наблюдения за людьми. Первая наша выпускница Надежда Патюкова. Образ девочка собирается. Все слышали? Наркоман готов. Оксана Чекушкина, образ наркомана.
Надя Потякова, девочка собирается. Наташа Житкова, образ профессора физики. Думаю, можно начинать. Я 10 часов 15 минут есть, опоздавших больше не ждем. Итак, на прошлом занятии я вам рассказывал о роли физики в жизни инженера. Конечно, не все из вас смогут поступить на техническую специальность. Но заинтересовавшихся я смогу проконсультировать по вопросам поступления после звонка. Буду в кабинете 2-3. Так. Сейчас будет вторая часть урока по ориентации. Литература. Мой коллега подойдет через 5 минут. Да. Все. Спасибо. Надя Потякова, образ мужчина бухой. Красиво. А на улице весна. Дети.
лежу, тянься. О, заулыбалась. Моя остановка. Проходите. Брови я помалую. Чё, блин, к дворникам зря платят. Ой, устала.